Всем огромный привет! Сегодня видео будет о полезных перекусах. То есть мы немножечко так медленно, но стараемся как-то приучить себя к правильному питанию и перейти на правильные перекусы, чтобы когда что-то хочется пожевать, это были не сладкие печенюшки и шоколадные конфетки, а что-то более-менее полезное. Итак, здесь вы видите очень много всего. И это практически все полезно, да не практически, а все. Львиная доля тут составляет флакс-батончики. Это батончики с семя льна. Здесь почти представлены все вкусы. Допустим, это вот лёная облепиха, лён чернослив, тут микс, имбирь, клюква, банановую мы скушали. Также есть вот такие вот флаксы Energy, кукурузный, овсяный, гречневый и рисовый, то есть мы всего по два набрали. Это такие батончики, которые как выглядят на картинке, то есть вот здесь вот видно, так они на самом деле и есть, да, то есть это живая картинка. Они такие мягкие, эластичные, да. Цена батончика 30 рублей, я бы не сказала, что это дешево. Это Новосибирск, то есть делается в Новосибирске. И должно заменить вот нам полноценный перекус. То есть, чтобы не хотелось заточить батончик Сникерса, да, или Марса, берем этот батончик и кушаем. Так, вот такой состав. То есть, самое главное, это лен, да, который содержит омега-3. Вот тут видно. И здесь вот лимончик. Вот такие тут составляющие, очень мелко, но, тем не менее, состав маленький. Состав: семя льна, мед, лимон, фруктоза, яблоко, патока. И все. То есть не как мы привыкли в шкафах, где-то миллион составляющих. Это магазин «Медведь» есть в Екатеринбурге, где продают вот эту всю полезную вкусняшку. Далее вот такую взяли, это уже в другом магазине. Тут ягоды и злаки. Какой же здесь состав? Все так же цена примерно идет 30 рублей. Сейчас увеличим. Получается хлопья четырехзерновые, 4 зерна хлопья овсяные, ржаные, пшеничные, тьменные, патока крахмальная, карамельная, заменитель какао-масла, изюм, ананас, цукаты, фруктоза, порошок, ягод, черники, глазурь белая. Все, ну тут уже побольше состав. Это и другой магазин идет. Самое, наверное, интересное, ну, этот фитнес, наверное, всем знаком. Вот насчет данного батончика я не знаю, сколько он полезен, потому что все-таки он немножко отличается, у него состав огромный. Здесь очень много шоколада, как мне кажется, для полезного перекуса. Хотя написано очень мало калорий. Не помню, сколько здесь в граммах. Сейчас покажу, с чем знакомы уже. Вот с этими перекусами знакомы, мы неоднократно показывали в наших покупках еды, что берем эти хлебцы. Это магазин Окей, по-моему, это данное, именно от данного магазина «Сладкая жизнь». По крайней мере, только в этом магазине продаются эти хлебцы, так вот будет правильно сказать. Эти более соленые, а эти более такие сладкие, хотя написано без сахара. Но вот они так вот отличаются. И чтобы вот они не надоели, их надо есть не пачками, а вот именно вот когда захотел покушать, перекусил, и нормально. Или, допустим, там с сыром или с чем-нибудь. То есть, как самостоятельно, они быстро надоедают, по крайней мере, мне. Так, полезный перекус также теперь это отруби. Это пшеничные и начатые у меня уже ржаные. Очень мне нравится заливать их кефиром. И как бы немножко там... Такие уже мягкие становятся, и кушать их как хлопья, да, очень нравится. Когда кушаешь отруби, надо пить очень много воды, чтобы они как бы все там вымывали из организма. Цена что у хлопьев, этих хлебцев, что у отрубей, 20-22 вот так вот рубля. Это все по 30 рублей. Это меньше, это даже в фикс-прайсе сейчас продается по 25 там с хвостиком, да. И гвоздь программы, вот такие вот флаксы. Упала у меня часть. Я уже выкладывала в Инстаграм, что купила полезные вкусняшки. И вот эти флаксы там были. Дрянные хрустящие крекеры, в данном случае со вкусом лука. Они выглядят так же, как на картинке. Сейчас я их покажу. Это тоже Новосибирск, Компас здоровья. Здесь основной состав это лен. Ну, тут также это не видно, но он заменяет... Типа как чипсы, да, что если хочется перекусить, то лучше скушать эти флаксы. Но вот этой коробочки цена 170 рублей, это вообще не дешево. Тут семя льна белого и коричневого, лук, укроп, соль, черный перец, все.
какие витамины, микроэлементы написаны, и макроэлементы. И расход это, да, энергетическая ценность написана. Вот написано «Изготовлено город Новосибирск». Цена даже еще осталась. Так вот это все выглядит. Кстати, в магазине, вот в этом же «Медведе» можно попробовать все. То есть там приходите, лежит в доступе. И некоторые такие вот полезные вкусняшки можно попробовать. Так. Открываем. Вот так это все смотрится и выглядит. Они такие тоненькие, на самом деле, как чипсы. У них очень вкусное послевкусие. Кто знаком с льняным маслом, оно как бы само по себе горькое. Но, как ни странно, оно мне нравится по вкусу. То есть я с утра выпиваю ложечку. И когда вот оно все уже там проходит внутри, то наоборот приятное послевкусие. Также и здесь, вот с этими крекерами. Начинаешь кушать, ну, как бы, ну, что-то такое жуешь, непонятно. Зато потом так приятно и так хорошо. То есть не пугайтесь, здесь не будет горечи, здесь будет все приятно и все вкусно. Если мы здесь чувствуем оттенок лука, он все-таки находит состав, и ставят эти льняные частички, то здесь все получаются более сладкие варианты. Говорю, банан уже съели, в общем, тут еще с клюквой. Все это чувствуется, то есть горько не будет, будет вкусно и полезно. И самое-самое-самое главное, что уже испробовала на себе, что действительно, когда это кушаешь, то голод перебивается, и уже не хочется съесть слона, честное слово. Все это я снимала на газетке, которая идет в комплекте, ну, не в комплекте, а вот в этом магазине «Медведь». Сейчас я покажу, что-то они еще предлагают. И забыла еще рассказать про вот такое молочко. Взяла тоже. Но, честно сказать, я его еще не пробовала, но оно выглядит, когда готовый вариант, как каша такая, такой консистенции. Попробуем. Тут ячменное с ванилью и корицей. Также в качестве перекуса быстро утоляет голод и улучшает работу кишечника. Тут можно и взрослым, и детям. Подходит для вегетарианцев. В общем, тут огромное содержание так вот, всех элементов. Тут калий, фосфор, витамин ПП, клетчатка и прочее. В общем, такие попробуем тоже. Мы все вдвоем пробуем. Так, сейчас покажу, что газетки это интересно еще есть. Разгребу это все, что, по крайней мере, бросится в глаза. Тут вот также мука льняная, толкан, злаки, эко-подарки. В общем, ну, в принципе, здесь все ориентировано на составляющий лен. То есть лен для организма очень полезен. Здесь что, сибирская чистка есть. В общем, такая газетка невзрачная, но тем не менее много информации. Вот можно почитать. Укротитель аппетита, мужской эликсир. И при всяких разных там заболеваниях. Тут и холестерин, когда повышенный, диабет. И похудеть, и просто иммунитет. В общем, есть все. В общем, вот такое мы нашли для себя теперь полезный перекус, что, в принципе, и другим советуем, потому что уже проверено. Самое главное, что это также можно при грудном вскармливании, никакого нету эффекта, потому что это все натуральное. Более вот эти все шоколадки никуда вреднее, чем данный продукт. Ну и все, вот с этим я хотела сегодня познакомить вас. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Расскажу и поближе покажу. А у нас пока вот такой вот запасик теперь есть. И каждую поездку мы будем с собой брать. Но это не значит, что я сейчас только питаюсь правильно. Повторюсь еще раз, это наши первые шаги к правильному питанию. То есть вот потихоньку начинаем переходить. Ну все, заканчиваю на этом. Жду ваши вопросы в комментариях. До новых встреч и пока-пока!